Привет, это канал IT User Help, и сегодня в этом коротком видео я хочу рассказать, как решить проблему, если ваш компьютер не выключается через меню пуск. Бывают такие ситуации, когда вы нажимаете пуск, выключить, выбираете выключение, но ничего не происходит. Либо вы нажимаете правой кнопкой мыши, завершение работы и выход из системы, нажимаете завершение работы, и тоже ничего не происходит. Компьютер не завершает свою работу, как должен. Для решения этой проблемы перейдем в панель управления. Панель управления, левой кнопкой мыши, заходим в панель управления. Выставляем крупные значки в просмотре. И находим электропитание. Левой кнопкой мыши заходим. Далее нам нужно перейти в пункт действия кнопок питания. Левой кнопкой мыши заходим. Выбираем изменения параметров, которые сейчас недоступны. Левой кнопкой мыши заходим. И снимаем галочку «Включить быстрый запуск». И нажимаем «Сохранить изменения». Я не буду сохранять изменения, потому что у меня проблем нет с выключением. В вашем случае нужно снять галочку, нажать «Сохранить изменения». После этого выходим и перезагружаем компьютер через это меню. Нажимаем выключение. Если на данном этапе вы не можете выключить, то вам нужна перезагрузка, чтобы изменения вступили в силу. Для этого зайдем в командную строку, введем английскими символами в поиске CMD, нажимаем правой кнопкой мыши и запускаем от имени администратора нашу командную строку. Далее нам нужно ввести команду. Я привожу ее к описанию к этому видео на канале IT User Help. Далее мы скопировали эту команду. В этом месте, в верхней шапке, нажимаем правой кнопкой мыши «Изменить», «Вставить». Наша команда вставлена. Теперь нажимаем Enter, и компьютер перезагрузится. После этого наша кнопка выключения через пуск должна заработать. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.